Санкции угрожают нанести ущерб многомиллиардной российской криптоиндустрии. Российский крипторынок, отдельно Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, заявила, что ограничивает свои услуги для российских пользователей в ответ на пятую волну санкций ЕС в отношении Москвы. Компания заявила, что российские счеты Binance с более чем 10 тысяч евро в цифровой валюте будут лишены возможности вносить депозиты или торговать и могут только снимать средства. Хотя эти меры потенциально ограничительны для обычных граждан России, Binance должна продолжать лидировать в отрасли по реализации этих санкций, говорится в сообщении Binance на своем веб-сайте. Мы считаем, что все другие крупные биржи должны вскоре следовать тем же правилам. Россия является домом для огромного рынка криптовалют. По оценкам Кремля, россияне владеют цифровыми активами примерно на 10 триллионов рублей, 124 миллиарда долларов. Непонятно, откуда берутся эти данные, но появляется все больше свидетельств того, что россияне обращаются к криптовалюте как к альтернативе рублю, поскольку курс валюты падает в ответ на экономическую изоляцию страны. По данным CryptoCompare, в марте объемы торгов криптовалютами в рублях достигли 111,4 миллиарда рублей, 1,4 милларда долларов, что намного выше, чем в предыдущие месяцы. В апреле активность снизилась, а общий объем с начала месяца составил всего 19,2 миллиарда рублей. Binance была самой популярной биржей по объему рублевых криптовалют в марте, на нее пришлось 77% сделок. По данным CryptoCompare, за 6 месяцев, закончившихся в марте 2022 года, объем торгов рублем и криптовалютой превысил 420 миллиардов рублей или более 5 миллиардов долларов.